Добро пожаловать на медитацию любви и света на благо планеты. В каждом месяце существует несколько дней, самых мощных с точки зрения притока энергии. Эти дни – дни полнолуния. В эти дни мощные потоки света и любви устремляются на Землю для стимуляции эволюционного прогресса всей планеты. Каждый месяц проходит под определенным знаком зодиака. Этот знак несет определенные качества. Итак, устройтесь поудобнее. Расслабьте все ваши мышцы. Мышцы лица, глаз, щек, шеи, плеч, спины, грудной клетки, живота, ног, рук. Подумайте, что у вас полный баланс в физическом теле, полный баланс в эмоциях, полная гармония и баланс в вашем уме. Подумайте, что мысленно вы сливаетесь в своем сознании со всеми служителями света. Представьте их как яркие звездочки, сияющие в пространстве и соединенные световыми потоками друг с другом. Подумайте, вы едины со всеми служителями света, и все, что есть у вас, также принадлежит им. Пусть любовь, которая есть в вашей душе, изливается на них. Пусть сила, которая есть у вас, возвышает, вдохновляет и помогает им. Пусть мысли, которые создает душа, достигают и вдохновляют их. Теперь представьте линию света, уходящую в небеса. На этой линии света 4 световых энергетических центра. Первый – нижний центр – человечество. Второй – повыше – группа мировых служителей. Следующий – еще выше – это центр сердечный, центр иерархии света, центр любви. И самый высокий центр на самой вершине – это центр божественной воли, головной центр нашей планеты. Представьте, что все эти 4 центра выравниваются таким образом, что образуется чистый канал для протекания энергии, для свободного протекания энергии любви и света. И представьте, что энергии света и любви с внепланетарных источников втекают в высший головной центр планеты, оттуда в сердечный центр планеты, оттуда в центр служителей света и затем в человечество. Теперь подумайте о знаке зодиака. В этом месяце это Водолей. Помедитируем на ключевую ноту знака. Она привлекает энергию этого созвездия.
Я вода жизни, изливающаяся на жаждущих. То есть я проводник высших духовных сил для всех нуждающихся. Я вода жизни, изливающаяся на жаждущих. 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 Теперь представьте, что энергии света, любви и воли к добру вступает в головной планетарный центр из внепланетарных источников. Оттуда протекают в сердечный планетарный центр. Затем в группу мировых служителей. И затем во все человечество. И во все те планетарные центры, через которые план любви и света может осуществиться. Продолжаем видеть поток любви, света и доброй воли, протекающий из внепланетарных источников в головной центр нашей планеты. Из него в сердечный центр нашей планеты, центр иерархии света. Оттуда в группу мировых служителей. Затем во все человечество. И в планетарные эфирные центры, что спасает.
способны принимать эту энергию. Продолжаем видеть поток любви, света и доброй воли, протекающий из внепланетарных источников в головной центр нашей планеты. Из него в сердечный центр нашей планеты, центр иерархии света. Оттуда в группу мировых служителей. Затем во все человечество. И в планетарные эфирные центры, что способны принимать эту энергию. Думайте и представьте, вы фокусируете свое сознание в сердечном планетарном центре, в центре всей любви. Подумайте, в центре всей любви вы пребываете. Из этого центра вы, как душа, идете в мир. И из этого центра вы, как служитель света и любви, действуете. Пусть любовь высшего божественного Я изливается через ваше сердце, через вашу душу. Подумайте, что энергии света, любви и воли к добру выстраивают путь света для прихода мирового учителя и иерархии света в мир людей. Теперь подумаем об излиянии света, любви и могущества от духовной иерархии планеты в 5 планетарных центров: Лондон, Нью-Йорк, Дейджилинг, Женева, Токио. Представьте, что свет из божественного разума втекает в умы людей, неся просветление и озарение. Пусть свет озаряет умы людей и просветляет всю планету. Представьте, что из сердечного центра планеты любовь божественная струится в сердца людей. Подумайте, что из центра божественной воли струится энергия, направляющая малые воли людей и открывающая человечеству цель творения. И пусть план любви и света осуществится во всем человечестве. И пусть будет запечатана дверь, за которой находится все недоброе и злое. Пусть свет, любовь и воля божественная восстановит план любви и света на земле.
оставьте нашу планету сияющей и просветленной, наполненной светом и любовью.